Весь мир это видит! Народ спокойно мрет! Но самое ужасное не смерть, а смерть в унизительном, на коленях, когда нас топчут, когда убивают каждый день наших детей от голода, когда от суицида уходит на тот свет наша молодежь. Идет зачистка лучших, умных, терпеливых, порядочных. Что осталось от государства? Народ! Народ! Сколько ты будешь молчать? Сколько ты будешь терпеть это унижение? Это ужасно! Вот этот весь беспредел, благодаря нашему молчанию, нашему унижению. Не страшна смерть? Страшно, что мы уходим в таком унизительном, страшном, на коленях, мерзком положении. Народ, казахи, мы должны показать, что мы действительно казахи, а не болтать, хватит болтать. Майдан, так Майдан!